Теперь давайте мы сделаем вот эту ручку. В принципе, сложным мне представляется именно вот эти 6 лепестков, или сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но проблема в том, что я не знаю, как это можно осуществить средствами синимы. Как бы такой функции, на мой взгляд, нет. Хорошо, давайте сделаем, попробуем с булевыми операциями поработать. С этим мы еще не были, не встречались, тем более интересно. Итак, для начала я пойду сейчас вот сюда верхний, в топ, возьму и сделаю вот такой вот четырехугольник. Ну, в принципе, мне вот этот будет не нужен. Можно было сразу от него отказаться. Так, а здесь чуть подправить. Вот так. Удалили. Ну, примерно равный. Теперь возьмем вот эти две точки, возьмем чемфер и начнем их вот так. Это нажмем сюда, а эти мы просто скажем, что давайте мы мягко сделаем. Ну и вот так, я думаю, будет как раз то, что мне нужно. Далее давайте пойдем сделаем из него уже объект какой-нибудь, а для этого необходимо взять экструд, вот забросить его сюда и в экструде уже сменить вот эти 20 сантиметров на 0. Так. А вот здесь по оси, по этой, сделаем, скажем так, 10. Так, ну, много 10. Скажем так, 5 достаточно, я думаю. Хорошо. Далее мы можем это дело все соединить, чтобы это не меняло свою форму. Сказать, что connect объект, object плюс delete. Вот так. Превратили его в форму. Прекрасно. И далее нам надо это дело array размножить. Вот так они размножились. Как видите, да? Ну, во-первых, нам надо 6. Зачем нам столько? И разброс такой нам тоже не нужен. Где-то вот, я думаю, таким должен быть разброс. Ну, это мы определим, когда сделаем цилиндр. Вот сейчас цилиндр сделаем. Так. Сразу же его уменьшим на нужном. Это вот таким он у нас будет, да? Array поднимем наверх. Хорошо. Вот тут сейчас мы можем как раз и посмотреть, насколько у нас все это сошлось. Ну, где-то вот так, я думаю, будет хорошо. И немножечко раздвинуть по... Угу. Вот это то, что нужно. Далее на цилиндре мы сделаем сейчас с вами... Так. Кап. Кап. Скажем, раз. Раз. Два. Три. Для чего? Ну, во-первых, я хочу сначала выделить. Так, вот эти ребра. А для чего мне надо будет, где у нас цилиндр, превратить это все в объект редактируемый.
И теперь взять поликон, вернее, это ребро и loop selection. Теперь мы можем раздвинуть, вот так создать. Хорошо. Я вот думаю, сейчас это тоже подвинем selection. Это вот так. Хорошо. Замечательно. Так, смотрим. Ну да, и теперь я хочу из одного убрать другое. То есть array я сейчас тоже превращу это все в объект. Цилиндр у нас второй объект. И вот из одного выбрать другое. Сейчас мы это сделаем. Так, это булевая операция, вот она. Закидываем цилиндр сюда и закидываем сюда array. Вот видите, остались только эти. Но это значит, что цилиндр должен быть впереди. И смотрим. Так. Как я сказал, о такой четкой геометрии сетки здесь нет, как вы видите, да? Но достаточно будет и этой. Угу. Тем более, что цилиндр мы можем сделать поглубже. О, вернее, не цилиндр, а array. Можем туда опустить поглубже. Вот так. Вот так. Хорошо. Следующим номером нашей программы будет выделение. Мы можем тоже эту булю превратить в один объект. Проще будет работать. Эти нам не нужны. Так. И здесь сейчас просто-напросто полигоны выделим. Полигоны и вот эту часть. Чуть поднимем. Чуть поднимем, зажав Ctrl. Так. И сделаем ему вот эту часть. Тоже ребро сейчас. Забулим это ребро. Тем, что мы возьмем Select Loop. Вот он. Булевая где у нас? Не булевая, а bevel. Похоже звучит. Так. Вот так. Хорошо. Теперь выделяем вот эти полигончики. Так. И тоже поднимаем. Чтобы ручка была как ручка. Далее. Вот эти все мелочи, они как бы при приближении, они будут видны. Поэтому желательно с ними повозиться, чтобы потом были интересные у нас детали могли делать. Так. Дальше селекцион и тоже лоб. Применим ту же самую историю. Возьмем bevel. Где тут у нас bevel, да? И немножко смягчим это все. Вот так. Отлично. Угу. Посмотрим сбоку сейчас. Хорошо. Но единственное, что я бы такой, чтобы поднял вот этот чуть-чуть наверх. Для чего я сейчас скажу? Это и не то я взял. Нам нужен луп.
Вот этот лучик, поднимем его наверх. Вот так, хорошо. И проведем такой же внизу. Ножика нет уже, да? Давайте возьмем ножик. Перейдем на точки. И вот здесь тоже сделаем такой же. Разрез. Так, отлично. Теперь мы просто-напросто выделим вот эти вот полигоны. Все-таки он не разрезал до конца, зараза. Забыла кое-что сделать. Так, сюда ножик. И мне надо отключить вот это Visible, чтобы он сделал все, а не только видимые. Ну ладно, пускай будет так. Теперь он должен сработать правильно. Хорошо. Если высоко, то мы можем это дело сейчас выделить. А здесь тоже вот убрать надо себе. Так, сейчас. Хорошо, вот так. Так. И чуть вниз ее. А теперь можем выделять уже вот эти вот. Пока. Все выделилось, все правильно, да. Ну, а сейчас просто уже. То есть берем экструд или лучше всего бевел и тянем. Мы только отключаем вот эту резервную группу. Так. Я думаю, достаточно. И мы видим сейчас, да, то, что вот и здесь то же самое. Что на этой картинке. Следующее мы сделаем просто побольше. Ну, это я уже не буду показывать, чтобы не терять времени. И соединим, будет вот точно такое же колесико. Окей. До следующего раза. Пока.